Здравствуйте, дорогие мои любители лета, солнца, пляжей и воды. На несколько денечков я выбрался в Петербург. Ну и, конечно, Андрюха мимо воды не пройдет. И поэтому сегодня мы отправляемся с финляндского вокзала в Финляндию помочить ножки в соседней стране. Шутка. Мы отправляемся на электричке в Финский залив. Так что погнали. Минут за 40 домчали на электричке до станции курорт. И вся эта демонстрация через санаторий Сестрорецкий курорт двинулась к пляжу. Друзья, Андрюха вынырнул на Сестрорецком курорте на берегу Финского залива. Представляете? Сейчас мы здесь все исследуем. Продегустируем этот курорт, этот пляж. Поехали. Август в Питере выдался, так же, как, наверное, и на всей территории России, аномально жаркий. Ну и, конечно же, где укрыться от жары? У воды. У воды. На это есть Финский залив. Кругом песочек. Видно, что территория пляжа убирается. А здесь пляж – это километры. Есть где место для раздолья. И для детей это вообще рай. Здесь мелководно, то есть до нормальной глубины нужно еще дойти. Нырнув и освежившись в водичке Финского залива, мы пошли по пляжу на разведку. Дошли до санатория. Белые ночи. Температура воды 20 градусов. Я думаю, что это очень даже неплохо для Питера. Здесь уже пляж более цивилизован. Появились переодевалочки. Вижу даже шезлонги впереди. Здесь располагается ресторан «Калипсо». И даже есть бассейн. Это заявка на победу. Ух ты, Бали-массаж, мастера с острова Бали. Ну это круто, ребята, круто. Где-то в песках Финского залива затерялся райский уголок последователей Адама и Евы. Любителей равномерного загара. Нудистский пляж. Количество мужчин превышало в несколько раз количество женщин. Так что, дорогие женщины, не говорите, что мужиков нет. Женишки как на подбор. С ними дядька Черномор. Кто знает, может, фитиль вашей мечты как раз загорает на этом пляже. Ну что, друзья, обследовал я территорию пляжа. Здесь километры песка идут. Простор сумасшедший. Место свободного. Вагон просто. Я удивлен, почему здесь не весь Питер. Вот, видимо, не любят здесь сильно купаться, загорать. Водичка прохладная. Ну, бодрит. Немножко цветет. Ну, в отличие от Рыбинского водохранилища, здесь можно сказать, что не цветет она вообще. Сейчас бы я из Рыбинского водохранилища зеленый бы, как лягушка, вылез. Вот. Прошли мы вдоль пляжа. Представляете, сбылась мечта йота. Побывал на нудистском пляже. Даже здесь есть такое. Так что любители, натуралисты всегда найдут, где отдохнуть. Вот. Так что приезжайте, отдыхайте летом, если жарко будет в Питере. То есть провели экскурсии по городу, прогулялись, жарко. Приехали отдыхать всего 40 минут на электричке. И вы на Финском заливе. Кстати, думал, что здесь вода соленая, а оказалось нет, пресная. Так что так, ребята. С вами был гид Андрей, дегустатор пляжей. До новых встреч!